кулинарного мастерства. По словам повара, в скором времени его мангал будет претендовать на звезду Мишлен. Все нормально, я с соседей, ты че? В этом я закосячить не могу. Все в ожидании дегустации, остался последний штрих. Добавление секретного ингредиента Вадима. В кулинарных кругах за талант Вадима уже прозвали подмышка Гордона Рамзи. Еще пару переворотов и нормально будет. Ты это 5 минут назад говорил. Отвечаю. Пальчики оближешь. И вот первая партия готова. Как отмечают кулинары, они отличаются эксклюзивной степенью прожарки. Медиум чуть-чуть подгоревший. Прожарка, конечно, вот именно вот. Прожарил офигенно. Идеально, да. Я бы сказал. Гениальные блюда этого парня оценили многие кулинарные критики. Ну что, вкусно? Давай, по 5-бальной шкале. Сколько? Да, вкусно. Он вкусный, но нет. Это как? Ну, есть можно, но нет. По 5-бальной сколько? 2,5. 2. 2. 3. Мангалы сначала надо использовать. Ник. Все. Отлично. Смотри, слышишь? Все, давай вот это просто привяжем. Это ключ от задней двери. Вадим, ты уверен? Да. Нахера? Ты просто можешь объяснить, что это такое? С технической точки зрения, вот так как механик, как ты объяснишь данный процесс? Такое делают в сервисах? В сервисах нет, а я делаю. Хватит пэсать, блядь, я же знаю, что я делаю. Ёбаный шашлык. Вот именно после этих слов очень страшно становится. А почему вот там снизу, вот там прям? Почему-то. Вопрос. Почему Вадим плавает быстрее других людей? Ответ у него в ногах. Что там? Он склеил пальцы. Что там было? Блядь? Сшитые пальцы полностью. Вадим! Нахуй ты ее поджег-то? Тут явно что-то идет не так. Да и хуй. Там горит. Ну а почему вот там снизу, вот там прям? Почему-то. Если нет свечи, засовываем сюда мизинец. Серьезно? А это... Нам... А, кстати, серьезно? Не ударит это, зажигание не включено. Искры нет. А, зажигание отключено. То есть, если бы искра была, то бы Вадима не было. Есть! Бля, я его не поймал. Говорят, так надо делать. Знаешь что? Смотри, я вот что думаю. Ой, бля, да почему ты такой, а? О, там глубоко. Еще я закопал, 2 метра было. 9-1-1. Он туда полностью залез. Ты живой? У тебя все в порядке там, э? Да хуёв, он все, я застрял. Да пометь. О! Мне как теперь отсюда вылезти, я назад не могу. Нет. Яйца, блядь! Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Яйца придержите его, пожалуйста. Вадим, не преувеличивай, они не такие большие. Яйца. Ваный рот. Нормальная тема, да? На ноги слабо надеть? Долго доходило до всех. Они просто нахуярились, не обращайте внимания.